Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский, а сегодня у нас в гостях священник Олег Патрикеев, настоятель храма святой великомученицы Варвары в поселке Рахья. Здравствуйте, дорогой отец Олег. Добрый вечер. Благословите наших телезрителей. Господь благословит на все ваши добрые начинания. Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи звучит так. «Пространство для души». Ну и буквально цитата из святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, который в одном из писем писал таким образом: «Помолишься, исповедуешься, и вновь Господь тебе дает некое пространство в душе твоей». Дорогой отец, простите, пожалуйста, телефон для ваших вопросов, как всегда, 677-62-44, ну и код города 812, это значит, что вы звоните в Петербург. Понимаете, какая история, отче? Я когда услышал эту фразу, я услышал ее много лет назад, но мне вот до сих пор кажется, что у меня физическое ощущение после того, как я это услышал, вот этого пространства, которого нет. То есть, и когда я понимаю, что некое пространство, которое дается нам, когда помолишься и исповедуешься, действительно так. И это внутреннее, действительно, почти физическое ощущение. И каждый раз, когда я иду на исповедь, и когда я молюсь, я, честно говоря, всегда вспоминаю эту фразу отца Иоанна. О душе мы, ну, готовы говорить всегда, но вместе с этим мы ничего не знаем о ней. Мы говорим: душа ушла в пятки, мы говорим: душа вон, мы говорим: душа стесняется неведомым волнением у Пушкина и так далее. Фраз невероятно много, совершенно разных, потрясающих, но каждый раз мы говорим вот о том, что душа – это нечто такое, что нас очень волнует и очень заставляет как-то чувствовать ее, но осознать ее мы иногда просто не способны. А тогда, когда мы размышляем о ней, то тут возникают вопросы очень разные. Дорогой отец, вопрос первый. Как отличить самость и от своего осознания и размышления о душе своей? Очень интересный вопрос и очень глубокий. На этот вопрос уже не первое тысячелетие задают вопросы все, кто сталкивается с духовностью человека и размышлением о душе. И были ереси, были и споры. Это очень тонкая субстанция, назовем ее так, пока, да, пока мы так, чтобы понять поближе, прикоснемся к этому пониманию, находящейся в человеке. Но перед тем, как она там у нас образовалась, да, в нашем антропологии в нашей, надо коснуться начала. Как обычно, надо отмотать нашу пленочку в самое начало творения мира и взглянуть, откуда же она взялась. Ориген был, конечно же, не прав в том, что он решил за Бога расположить место для душ, и поэтому не получил правильного ответа в этом своем утверждении о том, что было место, где-то они уже присуществовали. Поэтому нам надо смотреть все-таки в Библию и размышлять, наверное, по святым отцам все равно будет даже трудно, потому что нет догмата о душе. И здесь, можно сказать, мы будем сегодня говорить, может быть, даже говорить о своем отношении и своих размышлениях о душе. У нас нет такого четкого догмата, что душа – это вот то-то, то-то, то-то. Да, там. То есть вот такого нет. Поэтому мы можем немножко даже фантазировать, но в определенных рамках, да, чтобы, опять же, не уйти в ересь. И поэтому мы начнем именно с того, что когда душа появилась в человеке. И здесь очень важно еще понять, что наше состояние человека, оно никогда не было разделено с душой. То есть мы зачинаемся, момент зачатия происходит и сочетание тела и души.
И у нас есть еще один акт, когда это разделяется. Есть даже такое разделение души от тела от души, души от тела. Есть даже такой молитвы, да, на разделение души от тела священника, стражащего человека, который стражит очень сильно. Вот. И, значит, есть момент, когда душа отделяется от тела. То есть вселяется она в тело. Момент сочетания, да, сочетания. Вот это момент, который мы празднуем. Даже у нас есть непорочное зачатие, то Благовещение. И мы знаем и другие моменты праздничные, когда у нас именно зачатие празднуется, зачатие пророка и так далее. Вот. А вот когда именно душа появляется в самом Адаме, ну, здесь мы открываем творение мира и смотрим, что во второй же главе уже говорится о том, когда Бог творил этот мир, то взятый из персти земной сотворен человек, Бог дает ему дыхание жизни, и становится человек душой живою. Так, итак, душа, получается, это некое дыхание Божие, но так как Бог находится вне материи, значит, он общается с миром материи через энергии, он дает Адаму какой-то огромный потенциал своих энергий. То есть он вдыхает в эту материю свою божественную энергию. Это не сам Бог, это его энергия. То есть это та благодать, может быть, как можно расшифровать энергию, там, чтобы люди не подумали, что мы сейчас начинаем какие-то энергетические сеансы проводить. То есть мы общаемся с нетварным миром именно через энергию. Поэтому в Адаме появилась божественная искра, может быть, так назовем красиво. Это то, что стало отличать, во-первых, от животных. Да? То есть, хотя у животных тоже есть душа, мы тоже об этом знаем, но к Адаму еще был присовокуплен дух. И вот эти три ипостаси, так называемые, в человеке, душа, дух, душа и тело, они были в единой гармонии. А что такое гармония? Ну, это был Адам без греха. Адам без греха, который абсолютно был безгрешен и мог жить вечно по милосердию Божьему, потому что это дыхание жизни, которое Господь дал ему, это как раз и есть бесконечная жизнь, да, это бессмертие, так называемое. У нас тоже нет понимания в уме, что такое бесконечность. Мы можем поставить знак там, да, лежачую восьмерку, там, посмотреть, может быть, на звезды, но даже и это станет как-то конечным. Ну, вот, а вот душа бессмертна. Вот здесь вот как раз мы смотрим на то первозданное творение Бога, человек. Наикрасивейшее, на вообще все, что было лучшее, было в человеке. И что удивительно, ведь человеком называют микрокосмос, да, то есть это, мы говорим, что микрокосмос это сам есть человек. Значит, получается, что есть макрокосмос, который мы видим. И поэтому, даже если вопрос будет, есть ли жизнь на Марсе, то можем смело сказать, да, это есть эта жизнь, но она находится в человеке. Во мне находится жизнь, потому что во мне находится и Марс, и Венера, и Солнце, и Луна, и все звезды. То есть во мне, потому что я сотворен из этого всего. Адам был сотворен, конечно. Мы уже последователи. Во мне, может быть, там что-то уже, уже нет. Вот, но сам факт, то, что душа – это сильнейший потенциал человека, который после грехопадения, увы, произошло разделение. И произошло у нас как рыба, либо рыба, щука. Да, вот у нас, которые стали тянуть в свои стороны. Вот, а вот сына не там. То есть человек остается на месте. После грехопадения Адам разделился в самом себе. Разделился, грех его разделил так, отделил от Бога, что он перестал даже, наверное, воспринимать вот это душевное очищение, потому что вот это покаяние, которое теперь, которое он в 900 лет воспитывал в самом себе. «О, душа моя! Душа, что спишь, да, покайся». Вот это мы уже сейчас можем через святых отцов это воспринять для хотя бы в словесном понимании. Конечно, трудно взять так и покаяться моментально. Это же практически, ну, так взять невозможно. Я каюсь. Нет, покаяние – это длительный процесс. Он глубокий. И душа, как раз как Иоанн Кронштадтский говорит, после покаяния становится более широкой. Потому что, когда грех нас
нашу душу так поранил, она стала такой уязвимой, она стала очень страдальческим таким глаголом в человеке. И вот эти все душевные переживания, все вот эти душевные размышления, связанные без духа, потому что дух-то отсекся, он ушел в состояние слиппинг, такой слип, да, как в компьютере есть такое. Угу. Вроде бы есть, вроде что-то жужжит, но не работает. Да, знаете, как есть выражение «душа не на месте»? Вот это вот, наверное, из этого. Мы сейчас продолжим с вами очень. У нас есть звонок, и мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Здравствуйте. Это вы ко мне говорите, да? Да, да, да. Именно к вам. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я из Санкт-Петербурга. У меня вот такой вопрос. Вот когда мы знаем, душа человека ушла в небытие, ну, после смерти, мы как бы усиленно молимся за нее, просим Бога о помиловании и так далее. А вот существует ли обратная связь? То есть можем ли мы обращаться за помощью к умершему, к душе умершего, вот родственника? Вот, в частности, у меня муж не скончался недавно. И какая-то есть обратная связь? И может, и знает ли вот его душа, вот что происходит со мной здесь на земле? Ну, я имею в виду обратную связь умершего с живыми. Татьяна, что спасибо за вопрос. Говорят церковь, да, и святые отцы. Спасибо. Да, спасибо огромное, Татьяна. Но, во-первых, давайте сделаем вид, что мы не услышали слово «небытие». Да. То есть у нас есть бытие, да, которое есть то сверхбытие, которое называется «Царство Небесное». И над певанием вы, наверное, слышали, что мы просили, как священники, как от лица церкви, мы просили Бога «упокойте со святыми». «Со святыми упокой». То есть куда? Мы просим в рай отправиться, да, чтобы душа отправилась в райские обители. Конечно, это не билет в рай, да, то есть священник не дает билет в рай, не кладет там вот эту молитву разрешительную, это еще не билет, чтобы раз и полетела душа в рай. Ох, понеслась душа в рай. Это было бы хорошо, но, увы, есть еще мытарство, да, по преданию нашей Православной Церкви, что есть еще испытания души. И поэтому молитва, особенно родственников, особенно близких людей, те, которые любили, любят и будут всегда любить этого человека, потому что душа бессмертна, она отправляется в такой удивительный духовный путь, который для нас еще даже непонятен. Даже, наверное, ни один кинофильм не смог бы передать это состояние путешествия в загробный мир, хотя есть мультфильм «Душа», я посмотрел недавно и даже заплакал в конце. Хотя он, конечно, не православный, но вот на самом деле этот поиск Царства Небес, поиск недоделанных дел на земле нас тяготит. И поэтому часто перед тем, как люди уходили из жизни сей, они как раз исповедовались. Мы помним исповедь Александра Сергеевича Пушкина, да, перед смертью, что священник вышел в слезах, что он говорит: «Я такой не видел исповеди за всю свою священническую жизнь». То есть мы видим, что люди готовились к этому переходу именно тем, чтобы освободить душу от этих грехов. А ведь грехи у нас есть как раз душевные грехи и есть телесные. Как раз вот с телесными грехами мы боремся посредством поста и других действий. Да, которые аскетических. Аскетических, да. А вот душевные грехи – это как? Это самое трудное, самое глубокое. Гордыню попробуй-ка усмирить. Каким постом ты гордыню усмиришь? Тщеславие как ты усмиришь? Никак. А здесь вот покаяние и как раз со смирением, уже глубоким смирением, считая себя там ниже других. То есть много способов как бы заставить ум принизить свою гордыню. Да, вот как вы говорите, что как вот эту самость эту принизить. Вот это для того, чтобы душа не возгордилась. Душа пала гордынею. Она вместе с Деницей пала, когда вкусила предзаплотный, возомнила себе, что я буду Богом. Это же душевные были порывы, которые... А их надо было душить, эти порывы. Ну вот. А в итоге душа пала вместе с духом и расслоилась вот на такие множество осколков. И теперь вот церковь собирает эти осколочки, эти разбитые вазы для того, чтобы в духе восстановить, чтобы проснулся в человеке дух, чтобы очнулся он от своего сна.
греховного и, обратившись через покаяние к Богу, восстановил себя через покаяние, как в втором крещении. Человек может восстановить свою природу, именно чтобы дух, душа и тело были тоже в гармонии. А вот обратная связь, ну, она присутствует у нас на литургии, она присутствует в молитвах. Обращаться за помощью к усопшим можно только к святым, потому что мы знаем, что они точно достигли Царства Небесного. Да, то есть церковь это уже духом открыла для нас. Вот, и поэтому мы молимся даже за тех непрославленных святых, чтобы Господь их упокоил, да, то есть простил им грехи. Если у нас святые непрославленные, да, ну, как местно чтимые, может быть, святые, или так, кто почитает блаженных, старцев и так далее. Мы просим, мы не молимся им, да, чтобы они за нас помолились, потому что мы не знаем их место пребывания такого. Называется, есть уже точное пребывание, это Царство Небесное всех святых, которые прославлены в церкви, есть иконы, акафист. Это очень длительный процесс, чтобы дать повод, чтобы святой стал святым, да, то есть именно чтобы церковь признала его святым. Это длительный процесс. Должны быть чудеса, должны быть там исцеления и так далее. Там много всего. Только после этого мы обращаемся к нему за помощью. Вот в таком виде. А пока вы за мужа молитесь, очень хороший есть акафист единоумершего, вот, прям ежедневно. Попробуйте читать псалтырь. Ну, лучше бы, конечно, на русском языке, чтобы было понятно, о чем вы говорите, о чем вы просите Бога, какие ощущения вы будете, душевные ощущения после чтения псалтыря очень сильные. Потому что мы молимся молитвами всей церкви. Это псалтырь, это оставлен для нас, как все молитвы практически, да, псалтырь у нас? Все-таки да, но просто молитвы. Еще ко всему это молитвы человека, который жил, да, который переживал. Псалмопевец Давид. А сколько у него души сказано, да? Благослови душе моя Господа. То есть он на душе очень много тоже говорил. Поэтому душа, она очень. Вот именно такая чувствительная оболочка внутри человека. Но вот она должна развиваться. Она не дается сразу с таким, знаете, полностью, как бы, она с потенциалом. То есть вот не значит, что она, ее невозможно взвесить, ее невозможно измерить. Она находится, хотя и в теле, но вот при этом она, наверное, не повторяет черты тела, да, это какое-то другое. Вот у иудеев было то, что еще до сих пор, то, что душа находится в крови человека. То есть, да, поэтому они не вкушают. Бреются там, и так далее. Да. Вот, но здесь вот тоже вот вопрос от Татьяны, вот это вот. Действительно, его очень часто приходится слышать, потому что вот эта обратная связь, как, о которой говорит Татьяна, ведь нам же всем это действительно хочется. А ведь, как это не парадоксально, но ведь она существует. Если мы только молимся, если мы просим Господа помолиться о человеке, мы соответственно, мы заботимся о нем. А разве это забота, это не общение? И в этом случае, если мы были в любви, то мы и остались в любви к этому человеку. И, соответственно, если это любовь, которая не умирает, то, соответственно, мы находимся с ним в постоянном общении. Другой разговор, что, конечно, навряд ли надо слышать там, голоса и прочее, но мы с ним находимся в постоянном общении с этим человеком. Да, молитвенное общение, там ли общение, оно ведь без времени и без пространства. Она находится вообще в другом уже состоянии. То есть, ну, это молиться надо научиться, такой молитве. Это не значит, что я прочитал молитву, и вдруг она сразу полетела, да, как ангельские крылья на небеса. У нас есть телефонный звонок, и мы его примем, дорогой отец. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Добрый вечер, меня зовут Ирина, я из Ярославля. У меня такой вопрос. Вот в течение жизни часто человек меняется. Ну, вот был неверующим, стал верующим. Совершал мерзкие поступки. Но я даже по себе сужу, насколько я была ребенком, насколько я была в юности. И вот сейчас. А душа человека, она меняется? Ведь вот как меняется отношение человека к жизни, к миру, к появлению вот этой вот веры? Что происходит в человеке? Это душа меняется или это что меняется? Ирина, спасибо. Прекрасный вопрос. Очень хороший вопрос. Я иногда сравниваю человека, особенно на крещение, когда мы зажигаем свечи, сравниваю его со свечой.
Очень простой пример. Да? Свечка имеет два состава. Тоненькая ниточка внутри, красивое, вкусное, такое пахнущее воском тело, душа и тело. И огонь. Огонь, подождите, еще до огня еще не дошли, еще не крещенный человек. Он как бы ходит, душа и тело работает, он может лежать, спать, там, все что угодно. Свечка может лежать годами в таком состоянии. Она может испортиться. Ну, если мушки не покрушают. Вот, ну, как, когда на свечу называется? Только тогда, когда на ней зажигается огонь. Вот дух зажигается, и начинается изменение всей свечи. То есть она полностью начинает, три состава работают, и все они сработают. Куда мы свечу одеваем? Ставим на подсвечник перед иконой. Мы идем в темноту с ней, да, освещать свет, чтобы тьма разошлась. Мы показываем сигналы огоньком. То есть вот огонь, это дух человеческий, соединяется с Духом Божьим, да, посредством молитв, посредством этого покаяния, вот этого изменения, метаноя ума происходит, то есть изменение ума, и тогда человек становится горящей свечой. Вот тогда это от него можно даже и другой свечке аккуратно, да? Ведь от одной свечи сколько можно раздать свечей? Хоть миллион. Если аккуратно поджигать, то как вот благодатный огонь сходит, да, от одного благодатного, прям зажигает, зажигает, и вот весь храм, весь уже в огне, а он сошел маленьким пучочком. Вот так и человек, когда он переходит, желает изменить свою жизнь, да, понимать, что она его привела в тупик, что без Бога не до порога, что нужно что-то сделать со своей жизнью, жизнью своих детей, или там каким-то вот с грехом, который уже у него вот здесь уже, он не может больше этим грехом питаться уже. Страсти бывают так накрывают человека, что все, он уже не знает, что делать. Вот, и был у психологов, был и там его заговаривали. Ничего не проходит, никак. И уколы там делали. Нет. Вот приходит в церковь, покаяние, слезы, и человек другой. Как это таинство происходит? Таинство покаяния, оно ведь на глубоком духовном уровне происходит. И поэтому оно является изменением души, изменением ума, потому что ум и душа – это тот дар, который Господь дал человеку. Это размышление, это вот это все. Ведь древние называли душу психи. Психи. Вот. Поэтому психология – это наука о душе. Она является, конечно, ограниченной, потому что хоть и много психологам известно о душе, о ее последствиях, ее влияниях на те или на лекарства, так и далее. Да, там успокоительные мы все пьем часто, когда нервничаем. Вот. И поэтому… Но вот глубину души, как соединение с Духом, это знают только святые. Когда Дух освежает, Дух очищает, Дух покаяния приводит тебя к Творцу, и здесь происходит это вот моментальное какое-то изменение в человеке. Это вот тайна, таинство. Невозможно такого написать, там, на формулу его не разделить. Даже покаяние часто человека поверхностно, оно не приводит к такому изменению души. Можно ходить долго в храм, можно там даже каяться, свечки ставить, воду пить святую, там, просворки закусывать. Но это не сделает человека святым. Именно через покаяние. Вот это. А мы ведь должны каяться. Почему? Потому что мы должны понять, что душа наша отделена от духа. Тело отделено от души. Тело хочет спать, душа хочет в театр, дух хочет в церковь. Куда пойти троим? Вот как выбрать это, да? Да, интересная тема. Но вот я здесь, когда вот сейчас вы вспомнили о психологах, то есть еще и психиатрия. И есть такое понятие, как душевно больной. Я специально обостряю тему по причине того, что вспомнил опять-таки Иоанна Кронштадтского и некое пространство, которое дает нам Господь для души нашей. И, может быть, действительно в этот момент радость согревает нас и любовь Господа таким образом, что душа поет. Душа радуется. Ликует. И так далее. Ой, столько вообще. Да, но есть и душевно больной человек. И в данном случае я не говорю о сумасшедших, о людях, которые находятся в лечебницах и так далее. Здесь не это меня интересует. Меня интересует добровольное сумасшествие. Меня интересует добровольное принятие болезни души. Страсти, которые мы приобретаем. Ведь мы сейчас часто их приобретаем с восторгом.
Нам нравится, знаете, есть такое выражение, я очень у многих людей встречал, да, почему ты куришь? Мне нравится курить. Почему ты там выпиваешь? Мне нравится выпивать. Ну и так далее, понимаете? И это вот добровольное сумасшествие, добровольная болезнь души. Это, кстати, перекликается с вопросом Ирины по поводу того, что может ли меняться душа. Вот из-за больной в здоровую путь очень сложный. И он без Бога, наверное, невозможен. А обратный путь ведь тоже ведь возможен. Не позволяй душе лениться ни день, ни ночь, ни день, ни ночь. Да, это великие правильные слова. И, конечно же, мы должны понять, во-первых, что у души есть, у нашего тела есть чувство, да, которое сопряжено с душой. Чувство, пять у нас чувств, ну, есть шестое чувство еще такое, которое особенно у женщин развито. Вот, о нем сейчас не будем говорить. Но вот пять чувств, которые как раз испорчены. Испорчены, потому что через них приходит информация. Взглядывая, например, информация через глаза, которая поступает нам больше всего практически, да, через слух. У нас, если бы был антивирусник, например, да, такой, то информация бы неправильная, она бы становилась бы правильной. Потому что вся информация, которая приходит к нам, она идет, например, от источника, но в нашей голове он меняется. Как, знаете, в детстве была игра, так испорченный телефон. Вот, говоришь немножко одно, а в конце уже там совсем другое. Вот примерно так происходит в нашем уме, и мы настолько быстро принимаем решение, что не успеваем сделать оценку этой информации. Приходит нам информация любая, там, о смерти близкого, о какой-то трагедии. И все наши чувства напряжены, все наши, мы понимаем, что что-то не то, что не так. А это неправда, где справедливость? У нас возникает чувство какого-то, какого-то страха. И, то есть потеряется вера, да, что такое? У нас нет антивирусника. Информация пробила и разрушила наше душевное спокойствие. Вот это душевное спокойствие, которое называется миром, который Господь дает. Да? Он говорит, мир вам, не мир тот, который вам дает этот мир, который безумный мир, да, который без... Да, можно с представкой «бес» вам этот мир дает, «беспокой». Даже такое слово есть, «бес» тебе покоит. Я так что-то беспокойный. Значит, есть тот мир, который есть у Господа. И это духовное равновесие, духовное спокойствие. Оно, конечно же, должно быть стать целью человеческой жизни. Потому что именно там, куда мы туда отправимся, там это нас ждет. Ну, если мы, конечно, достигнем этого духовного спокойствия, здесь научимся. Научимся тишине, научимся этому исихазму, молчанию, молитвенным, умной молитве. Если мы научимся, тогда наш ум начнет ставить преграды помыслам, преграды информации, изменять ее посредством Евангелия. Мы будем понимать, что информация должна пройти через Евангелие, и потом решение должно даться именно от либо от Духа, да, если мы его имеем, есть слово такое, я сегодня не в духе, или я сегодня в духе, да, даже такие вот есть состояния наши душевные. Вот, и тогда эта информация будет принята правильно умом, и будет дана правильная команда, что делать при информации, когда что-то случилось. Господи, помилуй. Или ай-яй-яй-яй-яй-яй. Два варианта, да? Что случилось там? Где ты, Господи? И либо молитва моментально происходит у человека. Поэтому вот эта правильная постановка принятия наших чувств, ну, там и запахи, и надо потрогать, попробовать. Все мы в церкви, эти все пять чувств как раз даются на то, чтобы человек научился молиться. Отче, у нас есть телефонный звонок, а потом я хотел бы поговорить по шестом чувстве. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Добрый вечер. Евгений, Белгород. Здравствуйте, Евгений. Там в книге «Бытие» описывается, да, сотворение души. Но там говорится, что из материального тела было вдуло дыхание жизни. И стал человек душою живою. То
То есть и тело, и дыхание жизни вместе, душа живая. Я нигде не нашел, чтобы было описано, что душа живая – это отдельная субстанция. Это такое понятие появилось в христианстве намного позже, от греческой философии Платона, Аристотеля. Да, они исповедовали такое. А это Моисеево писание о душе. Так кого придерживаться, чего учения? Моисея или философов греков, язычников, которые исповедовали многобожие? Да, спасибо большое. Очень важный вопрос. Вы тонко заметили. И мы как раз говорили о том, что да, Аристотель и все греки, они, конечно же, считали тело темницей душой, да, то есть душа, которая вдруг возжелала каких-то телесных ощущений, да, она сходила с неба и вселялась там в тело, так, ну, длительный процесс, поэтому потом пыталась вырваться, да, вот это из клеточки тела, чтобы снова вернуться в какую-то гармонию с миром. Вот. Но мы ведь видим, что в Библии написано, что было взято тело. Но вот мы же понимаем, что тело было не мертво, да, то есть, но оно было еще, не было в нем этой божественной души. И здесь мы не можем поставить временной отрезок, когда же это произошло. Был ли человек без души живущий, да, может, какой-то там андроид или кто-то из, там, и потом вдруг в него Господь вселил душу, да, то есть у нас нет такого учения. Именно когда душа вошла в человека, возможно, это произошло мгновенно, может быть, это было как растворение, может, он створил сначала, взял, как дети играют, да, куколок делают, пластилин берут, раз, поставил, и пошел человечек, да, ну вот, или нарисовали человечка, и он у них уже живой стал, то есть они дали ему жизнь. Но сначала должно быть тело. Нельзя вдохнуть вне материи. Поэтому материя и тело – это одно. А дыхание жизни, которое дал Бог, здесь как раз мы можем сказать, что именно зачатие как раз происходит именно в этот момент, когда тело соединяется с душой. А где это было до того? Вот вопрос. Да. И это вот вопрос, он, его на нем нет ответа. Мы будем размышлять, мы впадем либо в ересь, либо в свои размышления. Поэтому я в начале передачи сказал, что это нет у нас такого четкого ответа. Догмата нет. Догмата нет. Но у Каина тоже ведь была душа? Конечно. Ну и, соответственно, в данном случае мы можем говорить о том, что душа может быть разная. То есть если получается, что дыхание жизни – это одно, то получается все-таки, что и действительно можно и сам образ Божий, и его исказить. А каким образом? Не нанесением татуировок, а вот именно погибелью души. И знаете, вот помните, вот вы говорили, вот чувства, вот пять чувств. Помните у Гумилева, когда он сказал, «Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой, что делать нам с бессмертными стихами, не съесть, не выпить, не поцеловать, мгновение бежит неудержимо, и мы его обрящем, но опять обречены идти все мимо-мимо, так век за веком, скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства». И вот мне кажется, что Гумилев как раз здесь был в размышлении о том, что существует некое чувство, которое не подвластно материи. И если таким образом мы, в общем, понимаем и не принимаем некие образные выражения, когда душа в пятке и так далее, то вот все-таки, возвращаясь там, к тому же самому Иоанну Кронштадтскому, ведь у него же есть замечательная книга, которая называется «Симфония души», в которой он размышляет не вот именно о той душе, о которой мы сейчас говорим. И вот я предлагаю, может быть, Евгению будет тоже интересно почитать эту книгу, потому что она так называется «Симфония души». И получается, вот слово само по себе придумано, какое отцом Иоанном, симфония души. То есть это значит, что душа не одна, а она находится в таком удивительном музыкальном практически контексте нашего сознания и осознания всего общества, всего мира, то тогда и возникает следующий вопрос, который я вам хотел задать. Соотношение
нашей души и души других людей, вот здесь вот очень интересный вопрос. Насколько мы, вот говорим, родная душа, это значит, что с этим человеком мы можем общаться каким-то другим образом. Мы говорим о близких своих то же самое. И мы говорим «чужая душа потемки». Мы говорим, помните из фильма замечательно, где были потерянные души. И вот это вот взаимоотношение душ человеческих, вот мне тут вообще вопрос очень интересен. В вашем храме я вот всегда вижу очень разные люди. Пожилые, дети, молодежь. Вот они все разные. У всех разный опыт, у всех разное воспитание. И в том числе, конечно, они объединены все во время литургии и становятся душой одной. Вот об этом расскажите, пожалуйста. Да, здесь это шестое чувство, которое говорил Гумилев и говорят многие философы. Это душа Христа. Это та мера познания Христа, которую мы можем как человеки войти. Войти и, познавая Его здесь на земле, войти в меру возраста Христова. Есть такой вот возраст Христов. Это не значит, что тебе 33 года, и тебе возраст Христов. Нет. Душа должна достигнуть возраста Христова. То есть полноты. Полноты во Христе. И у Иоанна Кронштадтского есть еще одна книга «Моя жизнь во Христе». Да, где он описывал как раз эту, то, что эта симфония его души, она гармонируется с душой Христа. Как бы входя в него через литургию, мы входим ведь во Христа. Мы крестимся во Христа. Во время литургии мы пьем его кровь. Мы причащаемся его телом и кровью и становимся ему настолько близки, как уже ближе некуда, потому что мы входим в его тело. Его тело прославленное уже, потому что мы причащаемся телом кровью воскресшего Христа. То есть, представьте, происходит прирастание этой клеточки, которая была отброшена или сама отвалилась после даже крещения. Во время крещения мы присоединяем к церкви. Церковь – это что? Это тело Христово. Он глава церкви, а мы все его члены. Порознь мы, а вместе собираемся в тело. И у тела должна быть единая душа. Это душа Христа. Во Христа облекохтесь. Да, мы должны облечься во Христа. Во время литургии мы в Него облекаемся, снова входим в Него, потому что мы отпадаем грехами от Него. Как быстро мы отпадаем, это у каждого свой опыт. После причастия мы во Христе. И поэтому Иоанн Кронштадтский каждый день служил литургию, чтобы быть всегда во Христе. Даже когда он отпадал, мы знаем дневники, он писал об этом, что он кается, грешит, кается и снова литургию совершает, и снова входит в Христа. Вот его верх. Он во Христе. И вот это познание Христа через его чувства. В нас должен, апостол Павел об этом говорит, в нас должно быть чувствование, как во Христе. Как это так? Мы должны чувствовать, как Христос. Мы должны относиться к человеку, к другому, как бы Христос к нему отнесся. То есть, вот представляете, до такой степени может душа наша дойти. Но это, как раз, и есть тот предел, да, здесь земной. А там еще будет познание более глубокое. Мы здесь видим через тусклое стекло. Мы здесь еще не познали даже самого себя. Не то, что там какие-то откровения там божественные. Это мы только читаем в книгах святых их откровения. А у нас откровение – это, я думаю, только покаяние и причастие. Это вот слава Богу. И после этого как можно дольше удержать в себе Христа. Насколько это может всего удержать после причастия? Час, два, три. Пять минут. Это будет подвиг. Это уже подвиг. Не осудить никого, расцеловать всех. Вот. Представляете? Да. Знаете, отче, когда вот мы... одна фраза меня очень однажды обрадовала. Даниил Гранин однажды сказал такую... простите, у нас, по-моему, телефонный звонок есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьте, откуда вы звоните. Лизавета из Гомеля. Здравствуйте, Лизавета. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, Сергей Борисович. У меня такой вопрос. Если человек ведет Богу угодную жизнь, старается жить по заповедям,
может ли Господь продлить бы больше жизни, чем накануне, чтобы он дольше служил Богу и людям? Спасибо. Вот это вопрос. На него есть один ответ. Конечно, да. У нас есть примеры, есть даже из Ветхого Завета, да, когда люди каялись, даже цари, да, и им было уже отведено там какое-то время. Пророк говорил, все, вот у тебя там через 2 дня там ты умрешь, грубо говоря. А он каялся, сказал, да, ему, да, 3 дня дома. И изменилась его жизнь, продлились. Поэтому, конечно, здесь... Это и есть смысл, наверное, исполнения заповеди. Не то, чтобы прожить подольше, а подольше послужить людям, как апостол Павел говорил. Я уже бы давно бы разрешился бы и пошел бы ко Христу, но нужнее быть в плоти для вас, потому что пока я в плоти, я могу вам проповедовать, я могу вам говорить, я могу вас обнимать, показывать любовь, показывать Христа здесь на земле. Вот чем занимался апостол Павел. И он оставил это учение для нас. Вот и мы должны здесь этим заниматься. Показывать Христа в своей жизни, через добрые дела. Если ты уже покаялся, если ты уже утвердился в вере, если у тебя нет сомнений в церкви православной, теперь твоя очередь идти вперед и доказывать это делами. Вот этот путь. Доказывай веру делами. Вера без дел мертва. Вернусь быстро к Даниилу Гранину, который говорил о том, что милосердие дается человеку вместе с рождением, вместе с инстинктами и, фраза его, и душою. И если человек не упражняется в этом милосердии, оно атрофируется и становится бесполезным. Он говорил это про милосердие, но мне кажется, что здесь можно провести параллель еще и с душой. Возможно ли упражнять ее, когда вот говорили, не позволяет душе лениться, возможно ли ее упражнять и каким образом? А Тертуллиан говорил о том, что каждая душа – это христианка. Да? Душа – это христианка, она заложена в ней, потому что в душе заложена логос. Логос – это Сын Божий. И поэтому, развивая этот логос в себе, мы развиваем как раз те чувствования Христа в себе. И тогда милосердие – это ведь это не просто акт, это пожертвование. Милосердие – это та обоженность души, к которой мы должны все прийти, потому что милосердие – это имя Бога. Милосердие, любовь, радость и плоды Духа Святого. Мы знаем о том, что любовь – это наивысший плод Духа, а начинает все с воздержания. Первая ступень воздержания, потом поднимаемся, оп, а здесь любовь. Вот он и Бог. Мы дожили практически уже до Троицы. И когда вы говорите о Духе Святом, и вот мы 12 числа, в этом году она совпадает с Днем России, Троица, и мы все вновь обратимся к Святому Духу и будем опять просить Царю Небесный, Утешитель, Защитник, то есть Адвокат. Души истины. Смотрите, даже да. Здесь, да, в вот этой молитве души истины. Вот чтобы наша душа стала истинной. Везде существующей и все собой наполняющей. Ой, дорогой отец, я просто очень благодарен вам за то, что вы пришли сегодня, и мы так, по-моему, радостно поговорили о том, что такое душа, и можно ли ее потерять, и можно ли ее приобрести, и благословите наших телезрителей. Бог да благословит, чтобы мы не потеряли свои души, а находили их во Христе и, конечно же, в милосердии друг к другу. Храни вас Бог. Спасибо, дорогой отец. Спасибо вам, дорогие наши телезрители, за то, что вы сегодня были с нами, за ваше милосердие, за вашу любовь. И оставайтесь на Первом православном канале.